conquer. Story. Tower. Story. Друзья, всем привет! Мы начинаем прохождение МК-11. Вы на канале Пост принял. Кто еще не подписался, рекомендую подписаться. Видео по данной игре будет выходить ежедневно. Сюжетную часть озвучу, а дальше все самое лучшее. Шаг вперед, строго стрелочки. Рывок. Управление классическое. Отрабатываем все классические приемы. Очень простое и очень крутое обучение, поэтому если приобретаешь игру в момент новогодних скидок по актуальной цене, то непосредственно проходи. Очень интересно, многое вспомнишь, если давно не играл, либо вообще не играл. В мире файтинга это фаворит, и эта игра, она более глубокая, нежели ты думаешь. Очень неплохая серия ударов. Ха-ха.
урок пройден, мы получаем за это монеты. Впоследствии за них мы можем приобретать разные кастомные предметы. Прикольное меню обучения. Поиграли за Скорпиона. И да, не думайте, что эта игра только на два джойстика для вас и для вашего друга. Здесь же, как заверяют нас, есть прекрасная история. Неплохо, неплохо. Здесь же есть много сетевых режимов, где вы можете сражаться с разными игроками, которые играют в сети. Графика просто нереальная. Ну и игра так по критериям, я думаю, что... А руки-то отвыкают, друзья. Yeah.
По каким-то техническим причинам прием не выполняется, поэтому переходим в следующий раздел. В этом случае скорость нажатия сыграла ключевую роль. Но к этому всему нужно привыкнуть. Если не сразу можешь разобраться, включай демо-ролик. Все пойдет как надо.
Conquer. Basics. Падай ниц. Пройдите все уроки в основном инструктаже, в сложных приемах и в стратегии боя, чтобы использовать Шао Кана в качестве голоса комментатора. Эту опцию можно выбирать в настройках звука. Окей. Basics. Character tutorials. Building combo. Then position. Character. Basics, advanced offense. Tutorial, fatality, to fatality, to practice, learn, conquer. Story. Ну, выбираем нормально, пускай будет так. Субтитры нам не помешают, и мы начинаем прохождение МК-11. Ваше внимание. Deny the truth I was cast out for speaking. The truth I embrace, Shinnok, is that mercy is wasted on those who defile Earthrealm. I will destroy our enemies before they destroy us, starting with you. Oh, Raiden, not even you can kill an Elder God. There are fates worse than death. Oh,
Fang and your Netherrealm minions. You will serve as warning and an emblem of my wrath. This was not your destiny, Shinnok. Once again, the Thunder God has upset the balance of history. But know this. The arc of the universe bends to my will. It is only a matter of time. As you were. For 25 years, the Special Forces have been Earthrealm's sword and shield. We've pushed back Shao Kahn, defeated Shinnok, yet none of our victories have come without cost. Recently, Commander Jackson Briggs was honorably discharged. His wounds, both physical and psychological, left him no longer fit to serve. We honor Jackie's father, and we honor his sacrifice by doing what he would do. Tirelessly defend Earthrealm. Sergeant Cage, step forward. Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. By Special Forces tradition, you still have to pass one last test. I need to kick the CO's ass, ma'am. Your ass, ma'am. All right then, Sergeant. Let's see if you can take me. Fight! Toys. Соня разъебала меня как следует, сейчас я ей, блядь, покажу мастер-класс разъеба.
Разъебали. Ну сейчас, сейчас мы ее накажем, однозначно. Fight! Итак, в кнопке меню можем изучить спецприемы, например, вправо-вниз X в пах, влево-вправо кружок, сияющая нога и влево-вправо квадрат с двух рук. Попробуем. As you were.
Ну вот и все, наказали, получили новый пистолет. Commander Cage, reporting for duty. Congratulations, Commander. Come on, Dad. You really have to go? Well, you've got your duty, Commander, and I got mine. Starring in yet another Ninja Mime sequel isn't what I'd call duty. I need to provide for you in the manner to which you've become accustomed. Jeez, guys, I'm right here. General Blade, Cassandra Cage. What is it, Raiden? The Netherrealm. We should open a dialogue. Maybe there's an explanation. Liu Kang and Kitana were friends once. They are irreparably polluted by Shinnok's evil. They are no longer the champions we once knew. We must strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? Buried deep beneath Liu Kang and Kitana's castle is the Cathedral of Shinnok, the seat of their power. Destroy it, and their undead army will fall, removing its threat to Earthrealm. Aren't your powers weaker in the Netherrealm? Yes, but I will have sufficient strength to occupy the undead army. That'll buy us enough time to infiltrate the cathedral, destroy it from the inside. We get pinned down in there, there's no way out. To ensure Earthrealm's survival, we must all be willing to sacrifice. You know, it's been 2 years too much of your grim and gritty makeover droning on about sacrifice. You don't have a family to lose. I know loss, Johnny Cage. Raiden's right, Johnny. We're not ready for another war. We've got to take out Netherrealm's army now, before Liu Kang can bring it here. We're in position. Hope Raiden's planned one hell of a diversion. Withdraw, or feel the wrath of Earthrealm's protector! Thank you.
Raiden get this far? Eliminate him. That burn victim's cabal? Wasn't he Kano's goon back in the day? Don't let the scars fool you. He's fast. Take out him and Jade. I'll go downstairs and set the C4. Roger that. Пиздать, я кабал ёбаный. Ух, нихуя себе. Oh.
mother. I'll kick your ass on her behalf, Cabal. Fight. As you run. Jackie, where's Jade? She bailed. Getting help, I'm sure. General, how we doing? Need 10 minutes. The support columns are further apart than expected. You need help? Negative. Just watch our back. 10 more minutes. We needed to be taillights in 5. Well, we're in the shit now. We have extra C4, yeah? Yeah, why? Let's buy ourselves time. Ну что же, друзья, как вам игра? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я в восторге. Каждый день будет новый выпуск. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. He's the diversion. Lock and load. Empress of the dead. I've not forgotten our last encounter in the Sky Temple. How are your scars healing?